Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Мир Криптовалют. Мое имя Александр. На канале мы будем говорить про криптовалюты и будем информировать вас о разных интересных проектах. Как в них участвовать, как и буду участвовать я сам лично. Подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. Также, пожалуйста, ознакомьтесь с информацией, связанной с высокими рисками. Наш канал является лишь информационным и не принуждает вас к действиям. Все действия вы совершаете сами на свое усмотрение. И всегда, прежде чем сделать что-то, всегда изучайте информацию, которую мы вам даем для самостоятельного изучения. Сегодня я хотел бы поделиться данным видео с новыми пользователями, которые только пришли в этот мир криптовалют и которые хотят начать зарабатывать на криптовалюте. Сегодня есть интересное предложение для вас и для тех, кто еще не зарегистрирован на бирже Binance. Биржа Binance сделала акцию, она продлится до 16 декабря, и данная акция говорит, что зарегистрируйтесь на Binance до 16 декабря, тот получит мистери боксы, в которых будут находиться призы до 500 долларов. Вы также после регистрации можете приглашать друзей, и за это вы также сможете получать подарки от данной акции. Здесь нажимается «Пригласить». Здесь видим с вами код реферала и ссылка наша, которую мы можем отправлять нашему другу. А также можете поделиться данной ссылкой в социальных сетях для того, чтобы увеличить то регистрации. Еще тут есть одна стандартная ссылка для привлечения ваших друзей. Тут вы можете настроить процент для вашего друга, а также отправить ему свою ссылку. После перехода по ссылке вы попадете на регистрацию. Тут все просто. Вставляете свой e-mail, пароль создаете и подтверждаете аккаунт. И далее пройдите лучше верификацию на вашем аккаунте на Binance, чтобы вы про это уже забыли и могли спокойно пользоваться данной биржей. Давайте поговорим теперь про биржу Bybit. Анонсировали проект новый на Bybit в разделе Launchpad. Вы можете уже покупать токены Bit для участия. Всего выделено у нас 500 тысяч токенов Real, и он равняется 1 к 1 доллару. Давайте нажмем подробнее. Как видим, это виртуальный 3D мир. Ссылочку на сайт я прикреплю. Можете изучить данную игру. Но мы здесь, чтобы получить данные токены и продать их с иксами. Как видим, с вами сейчас идет период снимки балансов. Нам нужны токены бить на нашем кошельке, чтобы участвовать в данном лаунчпаде. Здесь есть правила и условия. Можете с ними ознакомиться, как участвовать. Скажу только, что если вы теперь положите 50 токенов бит, то вы не попадете, так как идет фиксация среднего баланса в токенах бит. Нам нужно посчитать сумму, чтобы за 2 дня получилось среднее значение минимум на 50 токенов. То есть примерно 230 токенов вам нужно иметь в данный момент или пополнить баланс, чтобы за 2 дня снимков у вас вышло среднее значение в 50 токенов. Токены лучше покупать на данном этапе и хранить на долгосрок. Плюсом будет то, что токен еще не показал иксы. И второе, то, что можно будет участвовать в лаунчпаде на бирже Bybit. Биржа Bybit также даст вам за регистрацию, если вы новый пользователь, даст вам какие-то определенные бонусы. Я чуть попозже о них расскажу. Как только будут сделаны снимки балансов, вы сможете зафиксировать токены BIT для покупки. Вам ничего делать не нужно. После всех взносов в данный проект ваш баланс токенов BIT будет на время заблокирован. И после этого вам дадут токены REAL. И снимут эквивалентную сумму в токенах BIT. Для начала вам нужно после регистрации пройти верификацию. Она здесь быстрая, не нужно ждать несколько дней. Буквально пару минут, и она у вас будет пройдена. Тут у нас пишут, какие аккаунты допускаются. Ознакомьтесь также с этой информацией, нажмите паузу и более детально изучите план действий. Тут все написано, и вам не трудно будет все выполнить и поучаствовать в данном проекте. Хотел только сказать, если вы пропустили данный проект, то ничего страшного, будут еще и много таких проектов на данной бирже, поэтому можете сразу купить токены, чтобы у вас они уже полежали 5 дней на вашем счету, и тогда вы сможете участвовать на все токены, что у вас есть в наличии. Какая же локация будет на покупку? Здесь все зависит от того, сколько вы держите токенов бит и сколько людей участвует в данном проекте. Это все зависит друг от друга. В среднем, скажу, за 100 токенов бит вы получите примерно 5-7 долларов на покупку. Может больше, может меньше. Опять же, все зависит от количества людей. Но если вы уже 1000 токенов холдите или более, то это даст вам на сумму примерно 40 долларов закупиться. Сделав даже 5 иксов проект, вы уже заработаете примерно 200 долларов. Если проект даст 10 иксов, то заработаете 400 долларов. Сразу советую сливать токены данных проектов, чтобы потом реинвестировать в другие проекты. Но здесь уже все зависит от проекта.
И на ваше усмотрение, будете вы сливать данные токены или холдить их на будущее. Если проект хороший, сильный, то лучше, конечно, часть продать, на дне потом откупить и потом уже думать, что делать дальше с данными токенами. Тут есть также реферальная ссылка. После того, как вы зарегистрируетесь, вы получите в подарок 20 долларов, а также сможете принимать участие в новых акциях. Следите за акциями, чтобы заработать на бирже Bybit. Если вы торгуете, то там есть специальное интересное предложение для тех, кто торгует на фьючерсах. Ссылочку я оставлю под видео в описаниях. Если вы захотите зарегистрироваться на данной бирже, то регистрируйтесь. Давайте перейдем в Twitter. Тут можете ознакомиться с информацией. Тут есть небольшое видео на данную тему 3D-шного мира. Что я хотел бы сказать сейчас. Все эти метавселенные и 3D-миры, они набирают очень большой темп и популярность. И буквально за годик-другой мы с вами уже будем пользоваться интересными проектами, на которых сможем легко зарабатывать, уделяя свое время любимому делу. Уже можно зарабатывать и в играх на данное время в Play to Earn, и довольно неплохие деньги можно с этого иметь. Я жду именно метавселенных, которые просто изменят наш мир и наш взгляд на будущее. Поэтому изучайте информацию о метавселенных и пробуйте вложить свои средства именно в хорошие проекты. На этом у меня все, дорогие друзья. Желаю вам хорошего дня. До скорого, пока.